У моих детишек нет золотых горшков со стразами от Сваровски. Нет, мы не мажем каждый день на бутерброды красную икру. Вот. Но у нас имеются все нормальные условия для развития ребенка. То есть ребенок всегда сыт, свежее питание, очень много игрушек, развивающих игр, занятия у нас проходят, ребенок развивается, растет. И самое главное для меня в этой работе — это увидеть результат своей работы проделанной. Вот. А когда видишь в ребенке результат своей работы, то, естественно, ты уже знаешь, что ты мастер и профессионал с большой буквы своего дела.